Сегодня в программе. Почему немецкие летчики прозвали Амитхана Султана «Черным дьяволом»? Когда эскадрилья Амитхана летела, все уже знали, что летит Амитхан Султан. Как характеризуют себя белорусы? Это очень спокойный народ, это очень терпеливый народ, очень работящий народ. Добрый, приветливый. Что дагестанцы привезли в Крым? Будет интересно в первую очередь для модельеров, для дизайнеров наших молодых, которые в Крыму также изготавливают национальные костюмы народов Крыма. Съемочная группа программы «Этно-Крым» приехала в Алупку. На улицах этого удивительного и маленького городка расположено много интересных зданий. Один из них – дом, в котором вырос Амитхан Султан, и музей дважды Герою Советского Союза. В этом доме он жил. Последний раз он посетил Алупку в ноябре 1970 года. Покоритель неба, бесстрашный воин и защитник Родины – Амитхан Султан. О нем слагают легенды, снимают фильмы. Он родился в Алупке. Отец – дагестанец, мать – крымская татарка. С самого детства знал, станет летчиком. Мечта осуществилась, когда началась Великая Отечественная война. По официальным данным, за время войны Амитхан Султан сбил 49 самолетов противника, совершил 603 боевых вылета. Что я могу сказать? Во время войны я совершил 603 боевых вылета. Сбил 49 самолетов. Он остался жив, значит, в то время самолеты, на которых я летал, были хорошие. В этом родном для Амитхана Султана курортном уголке есть музей его имени. Здесь работает постоянно действующая экспозиция, посвященная жизни и деятельности героя. Это макет самолета Ла-5, одного из основных советских истребителей, на котором дважды герой Амитхан Султан выполнял боевые вылеты. Эскадрилья Амитхана Султана вызывала страх у фашистских захватчиков. Он смог освоить около 100 моделей самолетов и не давал противнику усомниться в своем умении. В 1943 году Амитхан Султан выполнял один из воздушных боев, за которым наблюдал генерал-полковник авиации Хрюкин Тимофей Тимофеевич. И когда он увидел, как он провел воздушный бой, он просто был удивлен. После успешно проведенного воздушного боя он выстраивает весь полк, вызывает Амитхана и говорит: «Слушай, Амитхан, ты сражался как орел. У немцев на самолетах нарисованы всякие тузы, кобры. Почему бы на твоих самолетах не нарисовать орлов?» И после этих слов генерала Хрюкина на самолетах эскадрильи Амитхана Султана появились вот такие орлы. И поэтому, когда эскадрилья Амитхана летела, все уже знали, что летит Амитхан Султан. В Ярославле имя Амитхана Султана известно многим. В небе над этим городом он одержал свою первую воздушную победу. Наземные службы докладывают, что город Ярославль на большой высоте летит немецкий бомбардировщик Ю-88. Экипаж 4 человека, 2 двигателя, мощное стрелково-пушечное вооружение, пушки спереди, сверху, сзади. Амитхан Султан, переучившись на английский истребитель «Харикен-111», на высоте 7300 метров перехватывает этот бомбардировщик и с первого захода выводит из строя стрелково-пушечное вооружение. На втором заходе орудия молчат, кончились боеприпасы. И он подумал, если эти бомбы сейчас упадут на город Ярославль, сколько будет жертв? Сотни, тысячи? И принимает единственное решение, идет на самопожертвование, идет на таран. Своим правым крылом врезается в фюзеляж бомбардировщика, самолет взрывается, загорается и падает. Он чисто случайно, благополучно приземляется с парашюта. После окончания войны летчик не мог жить без неба, и поэтому всеми силами стремился вернуться к летной профессии. Но, к сожалению, долгое время это ему не удавалось. Виной всему была его национальность. В анкетах он указывал, что он крымский татарин. 18 мая 1944 года в этом доме Амитхан Султан сам увидел депортацию крымских татар.
И уже после войны, не имея никакого высшего образования, Амитхан Султан 24 года проработал в летно-исследовательском институте и испытал около 100 летательных аппаратов разных модификаций. Это были военные пассажирские самолеты, планеры. То, что сделал Амитхан Султан, хватило бы на десятки летчиков. И сам Покрышкин, зная Амитхана Султана, однажды, похлопав его по плечу, сказал: «Слушай, Амитхан, на самом деле трижды герой не я, а ты, потому что я закончил Великую Отечественную войну и все, и работал. А ты еще после войны продолжал летать, продолжал испытания». Благодаря поддержке и помощи боевых товарищей Амитхан становится летчиком-испытателем летно-исследовательского института. За испытания прообраза крылатой ракеты Амит был представлен к третьей звезде героя, но опять сыграла свою роль национальность летчика. Это были сверхсложные, сверхсекретные испытания самолета-снаряда, и ведущим в испытаниях был Амитхан Султан. За успешно проведенные испытания самолета-снаряда все летчики были представлены к награде, к медали «Золотая звезда» и к званию Герой Советского Союза. Амитхана представили к третьей медали «Золотая звезда», но вместо этого его наградили орденом Красного Знамени и Сталинской премией второй степени. Этот самолет-снаряд предназначен для уничтожения кораблей, и только благодаря Амитхану Султану, его чуткости, может быть, интуиции, он смог на последних метрах посадить этот самолет-снаряд и избежать катастрофы. У него было не менее 4 звезд Героя Советского Союза. Третью звезду он мог получить по количеству сбитых самолетов. Официально у Амитхана Султана было 49. А неофициально, как на 70-летнем юбилее, один из летчиков 9-го полка рассказал, что у Амитхана Султана было сбито более 90 самолетов. Четвертую даже могли дать ему до спасения крылатой ракеты. Погиб Амитхан Султан 1 февраля 1971 года. Ушел, как и жил, в полете при испытании самолета Ту-16. Тайна гибели экипажа так и осталась нераскрытой. По одной из версий взорвался двигатель, по другой – неисправными оказались закрылки. Сегодня именем Амитхана Султана названы музеи, улицы, школы и площади. О подвигах дважды героя Советского Союза знают далеко за пределами Крыма. Это очень спокойный народ, это очень терпеливый народ, очень работящий народ. Добрый, приветливый, подельливый. И к тому же один из многочисленных народов Крыма. На сегодняшний день около 30 тысяч белорусов населяют наш полуостров. Самые крупные поселения белорусов – это, естественно, Симферополь, Феодосия, Алушта, Ялта, Красногвардейский район, Красноперекопский район. Также, в принципе, белорусы представлены практически во всех населенных пунктах и муниципалитетах Республики Крым. Во всех этих регионах действуют местные белорусские национально-культурные автономии, которые, объединившись в региональную общественную организацию «Белорусы Крыма», работают во благо своего народа. Роман Чегринец возглавляет организацию с 2015 года. Председатель утверждает, что белорусы Крыма вносят значительный вклад в развитие своей культуры на полуострове. На данный момент мы ведем активную работу по популяризации белорусской культуры, по популяризации дружбы народов. Мы рассказываем и показываем, почему наши народы считаются братскими, почему русский и белорусский народ братский, почему русский, белорусский и украинский народ братский. Мы рассказываем об общей исторической памяти, которая есть у наших народов. Мы рассказываем об общей исторической боли, через которую прошли наши народы. Мы знаем, что практически 80% Беларуси было стерто с лица земли во время Великой Отечественной войны. Точно так же очень сильно пострадал Крым и вообще европейская часть России, тогдашнего Советского Союза. Мы стараемся акцентировать именно на этом внимание в нашей работе. Мы пытаемся показать подрастающему поколению, что если бы не было тогда единства, если бы тогда все народы Советского Союза плечом к плечу не встали, защищая страну, и белорусы, и русские, и армяне, и грузины, и другие национальности, проживающие в Советском Союзе, мы бы не смогли бы получить ту великую победу, которая есть. Именно здесь, из сплава патриотичности и культурного наследия нашего народа, слагается наша работа, которая, я думаю, достаточно заметна и в Крыму, и за его пределами. В субботу Янка ехал я раки, под вербой Алена мыла рушники.
покажи, Алена, броды земляку, где тут переехать на Канираку. Ансамбль «Родные напевы» – небольшой пример того, как белорусы сохраняют свои традиции и обычаи в Крыму. Коллектив существует уже более 20 лет. «Родные напевы» принимают самое активное участие в городских культурно-массовых мероприятиях, представляя белорусскую культуру. Поем мы русские, белорусские и украинские. Белорусы появились в Крыму еще в конце 18 века. Из литературных источников и архивных материалов известно, что среди первых русских военных поселенцев на полуострове были и белорусы. Отдельных белорусских поселений зафиксировано не было, так как по всем спискам они проходили как русские. В Крымской войне участие принимало очень много белорусских полков. Тогда были и Витебский полк, и Полоцкий полк. После того, как война закончилась, многие белорусы не вернулись на свою родину Беларусь, а осели тут, в Крыму. Мазанка, село Симферопольского района, считается, что это первые поселенцы, именно солдаты после этой войны. Остались тут, женились на девушках местных, и они стали жить. Здесь строили дома, создавали семьи. Так вот, среди них было много и белорусов. Просто мы все были русские. В Крымском этнографическом музее собраны уникальные предметы, характеризующие хозяйственную деятельность, материальную и духовную культуру белорусов Крыма. Мы представляем небольшой уголок дома белорусского начала 20 века. Основное место, конечно же, отводится красному углу, по-другому называется передний, либо святой, где традиционно находились иконы и находились рушники. Как вы видите, основной цвет в этой экспозиции – это цвет белый. Он доминирует и используется и в традиционной одежде белорусов, и в интерьере жилища. Чем занимались белорусы в Крыму, также рассказываем в нашей экспозиции. Это и садоводство, это и табаководство, отхожие промыслы. И, конечно же, это различные декоративно-прикладные ремесла. Сегодня, на сегодняшний день, что сохранилось, это плетение соломых различных вещей. В нашей комплексе представлены сувенирные куклы, а также соломенный конек, который является символом трудолюбия и свободы. Отбросив в сторону стереотипы о президенте и национальной кухне, мы рассказали о жизни и деятельности белорусов в Крыму. Национальные костюмы народов Южного Дагестана, посуда и фотографии, отражающие образы горянок и горцев. Все это можно увидеть на выставке «Нить времен» в Крымском этнографическом музее. Проект уже успел побывать в Астрахани, в Грозном и в Казани, в крупных городах. Сегодня же демонстрируется в Симферополе. До 30 августа есть возможность познакомиться с выставкой. Будет интересно, в первую очередь, для модельеров, для дизайнеров наших молодых, которые в Крыму также изготавливают национальные костюмы народов Крыма. Дагестан – это место, где на небольшой территории проживают более 100 этносов. Каждый из них отличается своей уникальностью и в то же время имеет много общего со своими соседями. Традиционная кухня и одежда, обычаи и праздники – всегда пестрили здесь многообразием, одновременно объединяясь в одну большую семью народов под общим названием «дагестанцы». Как известно, образ целого народа заключен в национальном костюме, но со временем он был вытеснен современной одеждой. Сотрудники Дагестанского музея истории мировых культур и религий разработали проект «Нить времен», который нацелен на сохранение национальных костюмов и их популяризацию в молодежной среде. Сотрудники музея, в общем-то, преодолели достаточно много препятствий, потому что это для того, чтобы создать такой выставочный проект, нужно было не только почитать литературу, источники, нужно было также осуществить поездки в труднодоступные села, где на сегодняшний момент, в общем-то, нет хороших дорог, чтобы туда добраться на автомобиле. Сам проект состоит из нескольких частей. Помимо национального костюма и фотографии, авторы сняли документально-художественный фильм «Нить времен», рассказывающий о национальных костюмах народов Южного Дагестана.